Казанском федеральном университете стартовал конкурс на лучшую академическую группу. Мероприятие проходит не первый год и имеет свои добрые сложившиеся традиции. В этом году конкурс проходит по следующим номинациям: лучший куратор академической группы, лучшая староста и сама академическая группа. Старосты и группы также делятся по курсам на старшие и младшие. Мы очень много вечеров репетировали с группой в общаге, в университете. На самом деле это незабываемые впечатления, потому что было очень весело, и мы сплотились еще больше, чем были сплочены до этого. Конкурс дает возможность студентам проявить себя в абсолютно разных ипостасях. Это и культурно-массовая, и научно-исследовательская деятельность, общественная и спортивная активность. Конкурс «Лучшая академическая группа Казанского федерального университета» – это уникальный конкурс. И уникальность его заключается во многих позициях, во многих параметрах. Если мы говорим о студенческом творчестве, то это творчество выражается, опять-таки, на нескольких уровнях. Это персональное творчество каждого студента, и это коллективное творчество. Это творчество академической группы студентов. С каждым годом интерес студентов к этому конкурсу только увеличивается, количество заявок растет. Ребята хотят показать, на что они способны, доказать, что они лучшие, каждый в своей номинации. Ирина Анорина, Фарид Захитоглы, Универньюз.